Внимание на старт. Дан старт второго заезда. Дистанция 2400 метров. Бег возглавил Наполеон под управлением мастера-наездника Виталия Секисова. Далее Шериф Син и Парус. Наполеон ведет бег. На втором месте Шериф Син. Наполеон с просветом Шериф Син и отстал Парус. За 3,4 секунды пройдена первая четверть дистанции. Бег ведет Наполеон. На втором месте Шериф Син. И с просветом отстал Парус. Наполеон. К нему вплотную подъезжает полем Шериф Син. Проходит отметку второй четверти дистанции. За 34 секунды ровно пройдена вторая четверть дистанции. Не уступает Наполеон, по-прежнему ведет бег. К нему вплотную с поля подъехал Шериф Син. Борьба идет между Наполеоном, третьим номером, и Шериф Син. За 32,4 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники заезда проходят перед трибунами. Чуть впереди Наполеон, с поля Шериф Син. На Наполеоне выступает мастер-наездник Виталий Секисов. На Шерифе выступает наездник первой категории Ксения Морозова. Очередная четверть дистанции пройдена за 32,4 секунды. Участники призов в честь Дня Конституции Российской Федерации на противоположной прямой. В борьбе Наполеон и Шериф Син. Лидеры второго заезда. За 32,4 пройдена предпоследняя четверть дистанции. Участники второго заезда на финишной прямой. Наполеон, Шериф Син. В борьбе за приз в честь Дня Конституции Российской Федерации. Практически голова в голову финиширует. Наполеон, Шериф Син.